Подробности вчерашней трагедии на базе отдыха в Затоке. Среди погибших один житель Хмельницкого и трое человек из Тернополя. Мальчик и девочка – ученики 8 и 9 классов и заместитель директора этой школы. В Одессу приехали на музыкальный фестиваль. Как рассказывают очевидцы, во время шторма тонули трое детей. На их спасение бросились трое взрослых. В результате помощь понадобилась уже и им самим. Спасти удалось лишь одного ребенка и одного взрослого, остальные погибли. Больше об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей.